Когда на смену копьям, мечам, лукам и стрелам прочно пришла артиллерия, обычная оборонительная стена вокруг города стала неэффективна, пушки легко ее пробивали. Так в 15 веке появились бастионы, равелины и редюиты, а вместе с ними – форты в виде звезд, одним из самых ярких примеров которых, наряду с голландским Нарденом, является Пальманова, итальянский город-крепость, считающийся образцовым фортом эпохи Ренессанса. Пальманова, Палманова, расположенная на северо-востоке Италии у подножия Альп, строилась в те годы, когда столетиями процветавшая и богатевшая Венецианская республика пыталась удержать свою независимость в борьбе с Османской империей. Форт, чей первый камень был заложен 7 октября 1593 года, возводился в соответствии со всеми новейшими требованиями, предъявляемыми к строительству крепостей. Мало того, Пальманову построили в соответствии с идеалами утопии, местом, где жизнь была совершенна. В те времена такие идеи, заложенные Томасом Мором, просто витали в воздухе, а потому идеальный форт должен был, по задумке его создателей, быть гармоничен во всем, красота усиливает хорошее самочувствие граждан. Пальманова получила форму круглой девятиугольной звезды, каждая из сторон бастионов которой защищает соседнюю, не давая врагу прорваться. Интересно, что при всех стараниях строителей, торговцы, купцы, ремесленники и фермеры не захотели туда переехать, и в 1622 году в Венеции были вынуждены помиловать преступников и предложить им бесплатные стройматериалы и участки земли, если они захотят поселиться в городе Утопии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.